Закрывающим мероприятием Дня первокурсника 2017 стала встреча ректора Казанского федерального университета Эльшата Гафурова с участниками фестиваля. После того, как ректор поделился с первокурсниками стратегией развития университета, между Эльшатом Гафуровым и студентами состоялся диалог. Вопросы студентов оказались серьезными. Среди них повышение конкурентоспособности КФУ и помощь в этом со стороны студентов. Нам нужно просто выбрать свой путь, скорректировав его с учетом достижений быстро развивающихся университетов мира. А сегодня в основном это азиатские университеты, которые делают очень быстрый скачок. Но и пронормировав их на наши условия, на наши финансовые ресурсы. Сам же ректор затронул вопрос на злободневную тему, касающуюся татарского языка и флешмоба перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Задают вопрос, вы знаете, говорит, вот там флешмоб был студентов перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации, спели песню. Что за это будет студент? Ничего не будет, если не нарушали никакие регламенты и законы. И каждый человек у нас может выражать свою точку зрения и должен занимать активную позицию, но при этом не мешая никому другому. Да? Что будет тем, кто раздавал там азбуку в защиту своего языка? Раздали, раздали. Вот сама постановка вопроса зачастую является провокационной. Студенты не только получили необходимую информацию, но и обсудили волнующие их вопросы с ректором Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.